уже идти? Добрый день, друзья! Рад всех приветствовать! Действительно, вас много, меня предупреждали, но вроде дыхание не сперло, все нормально. Вкратце о себе. Меня зовут Эльдар Хусаинов, я являюсь основателем и руководителем агентства недвижимости «Этажи». Я думаю, вкратце нужно рассказать, почему я здесь, почему, наверное, интересно будет меня послушать, и как, что полезное можно извлечь из сегодняшнего мероприятия, что я буду говорить. Во-первых, компания наша является лидером рынка. Мы достаточно серьезно, нам уже 19 лет, мне уже 38. И за вот ровно половину жизни занимаюсь развитием компании «Этажи». Добились мы относительно неплохих успехов. Если дальше двигаться, на сегодня мы работаем в 80 городах России и других странах, входим в топ-10 по объему сделок в мире среди агентств недвижимости, являемся безусловным лидером в России, у нас доля рынка примерно 8%, ближайший преследователь менее 1%. Это если в цифрах. Когда я основывал компанию, понятное дело, да, еще немного цифр, безусловно, это наша динамика развития. За последние несколько лет она у нас, в принципе, хорошая в целом. И в какой-то момент это тяжело поддерживать такой рост. Я об этом дальше поговорю, что рост — это вообще такой процесс, потому что столько бизнесов открывается, а до какого-то реального действия, реальных результатов доходит, откровенно говоря, единицы. Я уверен, здесь сидит огромное количество будущих, талантливых и действующих предпринимателей, которые, я уверен, легко превзойдут мои успехи, а кто-то, наверное, уже превзошел. Если все будет нормально, я надеюсь, в следующем году мы пройдем выручку 10 миллиардов рублей. Это, ну, не так много, не так мало. Для бизнеса, который с нуля начат, я считаю, в принципе, неплохой показатель. Если двигаться дальше, на чем основывается наш успех в целом, да? И, на мой взгляд, успех абсолютно любого бизнеса основывается на людях. Вот в России есть такое нехорошее слово, если честно, как наемник, да? Я к нему отношусь, ну, крайне отрицательно. Вот мне кажется, идеальная формула работы тогда, когда каждый сотрудник воспринимает себя как партнер. То есть он понимает, что он достаточно, к нему хорошо относится, он может самореализовываться на работе, он может привносить что-то, да, делать инновации. Вот я старался строить такую систему вместе с своей командой, вместе со всем нашим большим коллективом. Вы знаете, мне кажется, получилось. Наверное, вот секрет такого бурного роста, хороших финансовых результатов, то, что мы реально другие, мы по-другому подходим к людям. Это, я считаю, абсолютно главное в нашей компании. Когда человек, я уверен, любой, абсолютно, человек хочет работать сильно, хочет отдаваться на работе, да, но потом что-то такое происходит, что под воздействием каких-то обстоятельств что-то меняется, да, что-то идет не так. Вот для нас это очень важно. У нас и сильный HR-отдел, мы очень много ресурсов тратим на это. И для нас вот настроение каждого сотрудника, потому что вся компания, как любая армия, это всего лишь совокупность всех ее участников, ничего больше. И насколько хорошо каждому, настолько хорошо всем. Далее, конечно, здесь важно делать правильные системы мотивации. Мы переломили ситуацию. Мы не просто на словах, что я тут красиво рассказываю, да, а на деле поменяли мотивационные схемы. Мы попробовали сделать так, чтобы каждый сотрудник реально чувствовал себя партнером, да, чтобы добавленную ценность, которую он привносит в компанию, также отдавалась ему. Вы знаете, я однажды собрал молодых предпринимателей, провожу, значит, обучение и говорю: слушайте, а скажи по-честному, вот у тебя 5 сотрудников, они тебе помогли заработать 10 миллионов рублей добавочной стоимости. Сколько бы ты им поделился, если бы вы заранее не договаривались? Я посмотрел в глаза людей и увидел жадность. Понимаете? То есть люди по умолчанию где-то не готовы делиться, даже когда результат не их, когда они обладают правом на него. Вот у нас не так. То есть мы изменили подход, мы даже и, ну, очень многие профессии поменяли на принцип партнерства. И это более лучше, на мой взгляд, потому что за всеми не уследить. Не хватит такой административной машины, чтобы потенциал каждого хорошо развивать. Вы знаете, если я вам сказал бы, что я с детства хотел быть предпринимателем, я бы соврал. Потому что это 87-й год, тогда был Советский Союз. И тогда никто не знал, что это такое может быть предпринимательство, что это возможно реализовываться, развиваться. Но где-то с какого-то периода времени, а вот это я, когда открывал компанию, да, это мне тут 20 лет примерно. Конечно, я ни о чем не думал, если честно, да. Я даже не мог предположить, что
можно будет вот как-то себя реализовать, потому что тогда так было принято, что бизнес — это что такое полукриминальное, предпринимательство — что-то вообще непонятное. Но в то же время мне уже тогда казалось, что реально один человек, если у него есть большая цель, большая мечта, может изменить все. Я в этом просто не сомневаюсь, если откровенно. Да? Главное — вот этот внутренний ваш настрой и сильная вера. Это не пустые слова. Я прекрасно понимаю, кто-то думает, ну конечно, ну порассказывай. Вот. Но, во-первых, мне кажется, есть реальная практика. Во-вторых, я реально каждый год понимаю, как сложно, когда ты подходишь к какому-то этапу, и вот этот весь груз ответственности на тебя давит, да? А внутри коллектива ты обязан транслировать полную стабильность, уверенность, то не каждый выдерживает. Но это то, через что нужно пройти. У нас на самом деле компания начиналась как семейная. Знаете, когда я придумывал название компании, а компанию я придумал, прямо скажу, мне нравилась песня «Иванушек», в те годы были популярны «Этажи», и почему-то показалось, что, да и сейчас популярны, что вот хорошее название, оно рост, короткое, емкое, есть шипящие в названии, так тогда маркетологи выступали, говорили умные мысли, я их послушал. Вот. И, в принципе, получилось хорошее название. Теперь немного о тех процессах, которые я хотел с вами поделиться. Во-первых, есть несколько дилемм управления. Любой предприниматель с этим сталкивается. Очень серьезно. Вот начиная все, я считаю, со страхов. На мой взгляд, большинство бизнесов России на сегодня столько талантливых людей, которые, вот, дай им волю, открой бизнес, но не за их счет, они просто горы свернут. Но этого не происходит. Люди предпочитают сидеть на насиженных местах, не входить в риски, жить своей жизнью. На мой взгляд, в основе страх. С другой стороны, чувство страха, мне кажется, оно дано природой, чтобы наоборот подсказать, в каком направлении вам двигаться, но при этом оно нужно пройти через какое-то препятствие. Да? Вот мне на ум несколько приходит процессов, есть там, если уж... Там есть, допустим, фильмы «Бэтмен», да, который на самом деле очень боялся летучих мышей, и поэтому вот все это получилось у него. И есть много других примеров. Поэтому страх, на мой взгляд, нужно уметь преодолевать. Мне очень часто было страшно. У нас были периоды в развитии компании, когда серьезно наступал момент X, когда не было денег вообще. Представляете, в 2009 году, когда был кризис, он сильно на нас отразился, мы тогда хотели расти, сильно много взяли на себя, но у нас ничего не получилось. Мы чувствовали это. Я пошел на крайние меры, продал квартиры последние, которые были, пожил в арендованной, ничего страшного не случилось, но бизнес сохранил, потому что был уверен, что это правильный путь развития. Была такая, знаете, внутренняя уверенность. И когда уже переходишь к реальным действиям, тебя это просто, знаете, захватывает, и ты готов каждый день отдаваться работе. Это очень интересно, и после какого-то уровня, знаете, есть такая поговорка: великие дела делать проще всего, там нет конкуренции. Это на самом деле так. Вот мне кажется, надо просто не побояться выйти на орбиту, а знаете, там потом, ну просто хорошо. То есть очень хорошо. Дальше. Я или мы, разделение добавленной ценности сотрудниками. Вы знаете, в какой-то момент времени вот значение людей, которые вокруг тебя, да, я считаю, человека формирует окружение. Наивно думать, что если какое-то окружение другое, то будет все хорошо. Каждый день, каждый, с кем мы общаемся, что мы говорим, я считаю, все это материально. Это формирует наше сознание. И я не буду говорить банальные вещи, просто скажу, что первый этап всегда — это формирование своего окружения, тщательно проанализировать, какое оно, кто на тебя влияет, как влияет, с кем ты работаешь, что делаешь, кто тебя вдохновляет. Это очень важно. Бизнес растить тяжело. Знаете, я вот готовился, узнал, что, оказывается, единственный орган в человеке, который с течением времени не меняется в размерах, это глаза. А все остальные меняются пропорции, растут, и это все заложено природой. Человеку ничего делать не надо, мы растем, мы из детского возраста перерастаем во взрослый, да, мы даже об этом не думаем. А в бизнесе все сложно, понимаете? Какой департамент внедрить, где сократить людей, куда сделать инновации? Никто, ни один человек не подскажет. Предприниматель делает это сам. Он сам является природой для своего детища, для своего бизнеса и обязан постоянно держать руку на пульсе. Это, безусловно, сложный процесс. Более того, на мой взгляд, он требует экстраординарных усилий и очень сильную команду, которая может это делать. Скорость или взвешенность — это следующий вопрос. Вы знаете, я раньше всегда считал, что все надо делать очень быстро. И мы так и делали. Моя любимая поговорка была: первый забирает все. Я на самом деле до сих пор так считаю. Но на сегодня стал понимать, что со временем роста систем скорость не так важна. И когда кто-то, допустим, решает, какой бизнес. Вот на мой взгляд, открыть бизнес — это примерно то же самое, что выйти замуж или жениться.
ты найдешь своего партнера, обретешь на годы вперед, на десятилетия, возможно. И лучше поработать, на мой взгляд, в компаниях, посмотреть, побольше изучить всякой ситуации для того, чтобы понять, где ваше сердце, оно, искренне я вам говорю, само подскажет то, где вы должны развиваться, что должны работать. Я еще лет 7-8 назад не понимал значимость этого слова, да, что вот все-таки должна быть личная химия в работе, то, чем ты занимаешься. Об этом дальше. Развитие команды или развитие системы. Есть давно такая точка зрения, что надо людей развивать очень сильно. Но Россия в мире лидирует по количеству людей с высшим и средним образованием среди развитых развивающихся стран. Серьезно, мы в мире лидеры. Но при этом по производительности труда, ну, скажем так, мягко, мы не на первом месте. В чем причина? Да? Никто никогда не задумывался, почему мы так много учимся, но почему при этом не все так хорошо в плане производительности и результата. Ответ прост. Оказывается, прямая корреляция есть только с тем, сколько люди обучаются на рабочем месте, а не базовому образованию. И все ведущие страны, они не так много обучают детей, студентов, но они очень много вкладывают в развитие сотрудников уже на предприятиях, на организациях. Я не скажу, что мы к этому сразу же пришли. Для нас это был такой постепенный этап эволюции, развития вот этого человеческого потенциала. Целый отдел, у нас даже появился директор по развитию талантов в компании. Я считаю, это вот правильное было решение. И каждый человек получил возможность реализовываться. Он знал, что он нужен системе. И система готова ему в ответ тоже что-то давать. И вот теперь переходим к росту. Прежде чем поговорить о росте, я хотел рассказать, что любой предприниматель мечтает, чтобы его детище было большим, сильным. Но на практике это не так легко, потому что точно так же мечтают все конкуренты. И как в той песне, каждый готов тоже все отдать за это, за победу. И вот вопрос центральный для меня лично. Все-таки я этого сильно хочу или просто хочу расти? А рост — это все. Сотрудники, они, может, никогда не скажут, партнеры, да, но они скажут, что, ребята, мы хотим расти в сильной компании, понимаете? Никто никогда об этом не говорит. Но все хотят работать в сильных брендах, в больших системах, там, где идет постоянное развитие. И вот для нас, если к развитию возвращаться, было это критично важно. Мы создали целую систему, поменяли бюджеты, там завели правило, что мы там 1% расходной части будет у нас на развитие процессов. И после этого динамика стала положительной, только после этого. Я вначале об этом не сказал, но, как говорится, стыдно признаться, с 2000 по 2009 год мы за 9 лет, у нас было всего 90 сотрудников. Вот. Я думаю, в следующем году мы пройдем цифру 10 тысяч за следующие 10 лет. Ну, сейчас мы уже почти прошли, да, ее. Может быть, уже прошли, может быть, нет. Просто точные цифры не смотрел. И в какой-то момент, вот когда вот это сознание, у нас парадигма поменялась, мы смогли вот этот весь рывок совершить. Дальше. Вы знаете, когда я говорю о… Это 2011 год. Это не случилось сразу, резко. Был на… Да, сразу скажу, много езжу. Езжу по всем компаниям, обмениваюсь опытом, побывал там уже, где только не побывал. И всегда мне интересно, что происходит в другом мире. Знаете, был в США, поехал в агентство недвижимости, а у нас тогда было 1-2, ну, 1-2 города открыты. Да, я забыл упомянуть, естественно, что родился я в Тюмени, там вырос, и там наш находится головной офис. Почему не там Москва, не Санкт-Петербург? На мой взгляд, с территории на сегодня работать проще и легче, я в этом убежден. Потому что все-таки основной бизнес, он общероссийский. Да? Все-таки Москва — это, в принципе, кусок 50 на 50 километров. Вот. А Россия все-таки — это 17 миллионов квадратных километров. И вот для себя и для нашей команды мы приняли решение, что мы всегда будем находиться в Тюмени. Там будет наш головной офис, каких бы мы высот мы ни достигли. Не могут же все компании работать в столицах. Далее, 2011 год. Прихожу на обмен опытом. Вы знаете, посмотрел, захожу в агентство, а мне говорят: вы знаете, у нас сеть агентств, у нас по всему миру 3000 офисов. Я, ну, удивился, думаю, как так? Посмотрел, думаю, а знаете, почему удивился? Потому что посмотрел, как технологии работают, и вижу, мы-то не отстаем. То есть мы обладаем такой же мощной технологией, но не хватает веры в себя, не хватает масштабирования вот этого процесса, что мы можем. Тем более, как нам тогда все говорили, знаете, вокруг постоянно недоброжелательное, неправильное слово. Люди, которые говорят тебе: не ходи, не надо, все хорошо, успокойся, все отлично. Вот. Такие всегда рядом люди есть, и они иногда, знаете, вот эту вселяют какую-то неготовность к действию, какой-то стабильности, а стабильность, я считаю, это основа стагнации.
И все, я там побывал. Я не скажу, что тараканы мне вселились в голову. Такой большой слон, знаете, вселился. Что надо уже как-то вот попробовать. Собрали команду, проинвестировали, подумали, сейчас или никогда. Я помню это совещание, когда мы сидели, там одна у нас группа людей говорит, нет, не надо, сейчас все испортим. Нет, сделали. Мы развиваемся и своими офисами, и франчайзингом. У нас примерно пропорция выручки 50 на 50, если честно. Сделали мощную франчайзинговую программу. В нас поверили люди, которые брали франшизу. Сейчас, ну, результат очевиден. Было ли тогда возможно без той поездки? Нет. Поэтому мой активный совет – надо ездить, надо смотреть. Всегда в мире что-то происходит интересное. И главное – все это реально делать. Потому что очень часто вижу, передвигаются по миру, а отдохнули, а ничего не внедрили. Да? Это неправильно, на мой взгляд. Это вот как там все было. Про команду и ее динамику. Команда, вот лично для меня, это самое важное. Я хотел рассказать, что без команды, на мой взгляд, ничего сделать невозможно. Теперь поконкретнее. Вот когда я про 2009 год вам рассказывал, я думал, надо что-то менять в жизни. Я понимал, что либо вот так все это докатится и потом умрет, либо действительно сделаем что-то выдающееся. И думаю, надо... А знаете, я еще так наивно тогда полагал, так зачем? Надо выращивать только со своих кадров. То есть вот у нас есть люди, 90 человек, будем из них брать, пусть там, и потом лучше будем назначать. Потом сижу и думаю, так, в России 150 миллионов человек, у меня в компании 90. Так, логично, что со 150 миллионов будут лучшие кандидаты. Вот, и начал вот этот процесс, да. Первое время я взял первого топа, HR-директора, и скажу по секрету, 4 месяца все доходы компании начал платить этому топу, отдавать, да. Но я подумал, ну надо, думаю, прочувствовать, что это такое. Не быть семейным там компанией, да, а быть такой мощной, такой, знаете, корпоративной системой. Как это сделать? И вы знаете, получилось. Я увидел, что мне, во-первых, плохо стало от того, чем мы 9 лет занимались. Во-вторых, я понял, как работают профессионалы. И вот тогда, с того момента, наверное, главная цель моего развития стала, чтобы команде было хорошо. Когда приходят такие заместители, такая команда, ты уже сам не можешь быть другим. Ты сам вынужден так развиваться, потому что самого себя, я думаю, все знают, тяжело стимулировать на развитие, это не так легко. Но когда ты это делаешь ради кого-то, ради вот этой системы, я думаю, что это гораздо другая ситуация. Правильные цели, это понятно. Сбалансированная финансовая политика. Знаете, сложный вопрос. Я думаю, большинство бизнесменов говорят, что молодых предпринимателей, вы знаете, нет денег. Дайте мне денег, я все сделаю, я построю золотые замки. Знаете, я бы поспорил с этим. На самом деле вопрос денег, он не стоит так серьезно на сегодня, да? А гораздо сильнее стоит вопрос правильного отношения к деньгам. Когда сотрудник приходит ко мне, кто-то там на обсуждение и говорит, мне нужно там на проект 2 миллиона рублей, условно говоря. Я им говорю, а ты уверен, что эти 2 миллиона, кроме тебя в компании, никто лучше не использует? И ты уверен, что ты точно их используешь лучше, чем другой? Как часто уже все знают, приходит, а первое время говорит, нет, я пошел, пожалуй, не нужны мне 2 миллиона. Вот, понимаете? И вот это отношение к деньгам максимально эффективное к бизнесу должно быть привито с самого начала. Я считаю, деньги — это такая энергия, которую надо беречь. И я искренне, у меня, знаете, сердце вот так разрывается, когда некоторые знакомые, заработав первые 10 миллионов рублей, покупают Lexus. Вот, это, мне кажется, просто какая-то фантастика. Но это, конечно, не так страшно, когда девушка покупает шубу в кредит. Но это достаточно серьезная вещь, которую сотрудники все видят, понимаете? Они будут видеть, что их руководитель не готов, он не инвестирует в развитие. И вот, мне кажется, здесь мы тоже преуспели. Я вот для себя сразу скажу, взял за правило, как бы ни развивалась ситуация, никогда не буду шиковать, летать буду только экономами, жить самой обычной жизнью, не будет у меня никогда ни водителей, никого. Я считаю, что это правильно. Человек, и если он вдруг, как говорится, не дай бог или дай бог чего-то добился, должен оставаться самым обычным человеком. Вот это 100%, я в этом убежден, я вам честно говорю. Спасибо. Далее. Технологии, инновации. Если бы наш бизнес, мы очень много внедрили. Наш бизнес необычный, агентство недвижимости. Мы на самом деле страховая компания, мы полностью отвечаем за все сделки. Если вдруг с клиентом что-то не так, и мы что-то не то сделали, мы клиенту покупаем квартиры. Недавно, к сожалению, случай был, там пришлось на 15 миллионов клиентам покупать квартиры, потому что мошенники там обманули нас. Да? Вот, мошенники, конечно, там они
в итоге в тюрьме оказались, но зато клиенту 15 миллионов вернули. Я хотел рассказать, как мы это внедряли. До этого агентства недвижимости всегда говорили: мы не отвечаем, извините, если что-то случилось. Мы накопили первые 3 миллиона рублей и думаем, что делать. Я говорю: ребята, вот смотрите, у нас явно по всем опросам первый критерий, который нужен клиентам, — безопасность. Давайте попробуем внести ответственность. Давайте, говорю, вот 3 миллиона. Ну, я говорю, ну до первого случая. Ну, говорю, не получится, значит, не судьба. Зато если получится, представляете, какое мы получим супер преимущество. Ну, вроде всех убедил своих. Они говорят: ну давай. Представляете, первый случай не произошел 5 лет. Можете себе представить, как повезло. Зато за это время мы выросли, много другого внедрили. Мы стали активно заниматься и там оценкой, с банками активно интегрировались. То есть мы выходим за рамки. Я, знаете, не хотел бы сегодня в детали про бизнес даваться. Можете в интернете много посмотреть вот, ну, там, про нас. Да, мы, конечно, не публичные, потому что я считаю, у нас, знаете, я расскажу почему, очень низкая доля клиентов, которые покупают недвижимость. То есть в России всего происходит примерно там 3 миллиона сделок в год, а население 140 миллионов. И таргетироваться на общий фон — это достаточно дорого и, наверное, нерентабельно. Мы очень много анализа проводили, поэтому федерально не делаем, мы лучше в другие ресурсы вкладываем, исходя из принципа, который я вам говорил, куда рентабельнее делать инвестиции. Мы очень сильно в IT вложились. Мы на сегодня IT-компания. У нас огромный штат программистов, разработчиков. У нас на сегодня приложение, я думаю, совсем скоро уже там 500 000 человек скачает наше. Сайт несколько миллионов в месяц посещает. То есть мы тут добились. Это было тоже тяжело. Знаете, вспоминаю историю, когда сам тоже начинал, через все это прошел. Я даже не знал, что такое интернет. Ко мне мой зам приходит, говорит: Эльдар, давай сделаем сайт. Я говорю: что это такое? Как это? Что это? Это 2004 год. Он говорит: ну это там, понимаешь, вот сидят там, что-то люди делают между собой, как-то вот в интернете общаются. Вот. И я не понимал, но прошел большой путь. Сейчас я, естественно, понимаю все это, инвестируем, все хорошо. Так, это мы быстро пропустим. Следующее. Качество управления – это основа всего. Вы знаете, я иногда много слышу о том, что бизнес – это лидерство. Бизнес – это там вдохновление. Вы знаете, это все не так. На самом деле бизнес – это регулярный менеджмент. И любое предпринимательство. Об этом, знаете, как на мой взгляд, вот большая часть людей не открывает бизнес, потому что они очень сильные технократы, технологи хорошие, но не хватает вот этой силы воли и не хватает вот этого лидерства. Открывают часто бизнесы лидеры, но у которых нет вот этого, понимаете, составляющей, начинки мощной. Какой-то момент времени проходит, те уже не открыли. Кто новый бизнес открывает, они быстро открыли, но потом мощи не хватает тоже, потому что на лидерстве далеко не уедешь. Статистика там печально. На третий год, по-моему, только 5% что ли компания остается. Вот и вся формула. И только золотая середина, вот этот уровень проплывает. Поэтому качество управления критично важно. И даже большие компании, где уже 500-700 человек, я подхожу иногда к руководителям, говорю: расскажи, кто у вас занимается управлением. Что вы смотрите, там, систему отчетности, систему там, интеграции между департаментами, систему там, взаимоотношения с клиентом, финансовая устойчивость и так далее, и тому подобное. Вы знаете, все, как правило, говорят: я один. Остальные все просто там что-то делают. Да? Так вот, наверное, в этом вся основная проблема. Так, ладно. Это так. Да, немного, что это стоило всего. Да? Специально посчитал сегодня. Всего 32 дня отпуска взял за 19 лет. Не потому что, знаете, вот так делу начинаешь отдаваться, так хочется, чтобы все было хорошо у твоей компании, как детище какое-то. И на самом деле тебе даже отдыхать не хочется. То есть ты вот все это как-то вот стараешься максимально делать, да? И готовьтесь к тому, что вас закрутит. И вот если кто-то еще думает начать бизнес или думает вот так вот сильно расти, да, отдать себя или нет, отдавать. Точно отдавать. Вы знаете, это того стоит. Непередаваемое ощущение. Даже отдыхать не захочется. Вот, дальше. Да, и я много сплю. Мой сон минимум 8 часов. Я считаю, надо восстанавливаться. Спать меньше нельзя. Вот, я сильно так не напрягаюсь. То есть с 8 до 19 каждый день. Но первое время работал днем и ночью за всех. За техничку, за офис-менеджера, за юриста, за всех вообще. Это 2 года было. Ну, я с ностальгией вспоминаю это время, потому что я считаю, это надо пройти. Сейчас, знаете, иногда бывает, придет директор, приходит, говорит: я директор. У него там 50 человек. Я думаю: слушай, ну ты еще вообще не директор, у тебя 50 человек, ты просто менеджер. Вот, директор ты будешь, когда, извините меня. Вот, дальше. По скайпу много приходится общаться. Переломные моменты. Я хотел рассказать, что были у меня переломные моменты очень много, когда
вот мне внутренне казалось, что что-то происходит. Я думаю, такие точки есть у всех, да? К ним так подходишь постепенно, к этим точкам, смотришь, что и как, и ты вот хочешь что-то изменить в жизни, и потом тебя так, знаете, назад так отводит. Я вообще считаю, что бизнес в России, в целом предпринимателями точно, абсолютно не рождаются, ими становятся. Это такой сложный путь, и любой может стать предпринимателем. Я вот не верю в то, что это нужно родиться предпринимателем. Друзья, это неправда. Я видел столько людей, которые своим упорством, отношением к делу, ежедневной работой так себя показали, да? Может быть, у них был не такой большой потенциал, но они добились суперуспеха. И наоборот, были люди, которым просто чуть-чуть прибавить, лишний раз, как говорится, на дискотеку не сходить, поработать, книжку почитать. Вы знаете, они не смогли. Потому что они не хотели ими стать. А может быть, просто не верили в это. Это серьезные вопросы. Был недавно, тренинги не так часто посещаю, но стараюсь такие хорошие, естественно, посещать. Это, я считаю, очень важно. Это надо и видеть, энергией заряжаться. Такую фразу хорошую сказали, что невозможно развивать и управлять то, что сложнее, чем ты. Потому что человек сам по себе должен быть настолько сложным объектом, да? И если он хочет чем-то управлять, он сам должен быть, знаете, как супер вот это ядро, понимаете? Почему предпринимателям вот такой спрос на них, они ядро всего, вокруг них все это растет, да? И поэтому к себе сверхтребования, огромные требования, огромные системы. И вот здесь вот с этим сложности, наверное, потому что признать вот эту ответственность и следовать ей, это очень важно, безусловно. И я тоже могу сказать, что здесь тоже потихоньку развивался. И вот сейчас вот уже бы лишний раз, если честно, и отдохнуть, если откровенно. И, как говорится, есть уже что потратить, да? Но, слушайте, ответственность, она давит, если честно. То есть она уже не дает шагу назад. И вот хотите быть, развивайте себя, будет развиваться компания. Я пока не знаю, как эти законы работают, но это работает точно. Так. Карма в бизнесе. Она существует. Я вообще считаю, что есть таблица Менделеева химических элементов. Я считаю, есть такая же какая-то таблица нематериального мира. Да? Если ты там что-то делаешь, ты что-то получишь. Ее, правда, пока не открыли, но Менделеев тоже не так давно, там, 100 лет назад эту все открыл. Я считаю, ее скоро открою. Да? И вот когда я тоже начинал, у меня было такое правило. Никогда, ни на день мы никакому контрагенту не задержим зарплату. У нас это железное правило. Никогда сотруднику ни на день мы не задержим зарплату, оплату поставщикам. Мы всегда открыты, мы все вопросы разбираем. Вы знаете, вот у меня есть такое ощущение, везет чуть больше нормы в других ситуациях. Я думаю, сам каждый чувствует, ну как ему, везет по жизни или нет, да? То есть вот этот момент. И вы знаете, бизнесу пока все хорошо. И это вот такая ответственность, поэтому всем советую тоже с первого дня и вообще все-таки быть максимально порядочными и честными. Это действительно важно, и это будет потом отдаваться. Механизмы пока не понял, как это работает. Дальше. Спасибо. Я пропускаю, у меня тайминг, вы понимаете, я так это сам примерно смотрел, сколько по времени буду вступать, что-то пропускаю. О самом важном. Вот если все проанализировать, когда ты что-то делаешь, на мой взгляд, достаточно высшее чувство на этом свете, наверное, все-таки это любовь, да? И вот если ты реально не любишь свой бизнес полноценно, наверное, никакой энергии не хватит. Вы знаете, невозможно заниматься бизнесом, если ты его не любишь. Знаете, это все будет не в радость, да, и со временем. И еще сложнее сделать так, чтобы вся команда, весь ваш большой коллектив любил свою работу. Это такие, на мой взгляд, очень сложные механизмы, ну, которые надо уметь делать, да, это вот критически сложно, если откровенно. Надо любить клиентов, потому что для нас все, что мы, пожалуй, отменяли, это научили наших риэлторов, нашу систему быть порядочными клиентами и открытыми. Хотел рассказать историю. Раньше, вы знаете, до нас риэлторы брали столько, сколько человек выглядит, грубо говоря. То есть была такая проблема, прям шутку говорили, ну, человек так выглядит. Мы с него столько возьмем, а это так, ну вот с него можно и поменьше. Вот. И я думаю, говорю, ребята, ну это неправильно, давайте ломать рынок. Все говорят, так это исторически так было, это же риэлторская профессия, наша работа с людьми, все дела. Ну знаете, что угодно можно объяснить кому угодно. И потом в сухом остатке я говорю, ребята, давайте так, мы если хотим строить большой системный бизнес, у нас должно быть четкое ценообразование и абсолютно понятное. Что вы думаете происходит?
Все резко нет, весь мой коллектив большой говорит: Ильдар Борисович, извините, но вы не правы. Вы нам не даете зарабатывать. Хотим брать 6% со сделки, с клиента будем брать. Я говорю: нет, принципиально нет. Не хочу, говорю, таким бизнесом заниматься, где мы вот такой ерундой занимаемся. И на следующий день, что вы думаете? Приходят ко мне три топовых риэлтора и говорят: Ильдар Борисович, либо вы убираете это правило, либо мы пошли отсюда. Я подумал секунд 10, в этот момент перенервничал, вспомнил все этапы развития компании и говорю: вот вам три листка бумаги, пишите заявление. Вот, они, значит, в ответ уже также на меня, я думаю, все перевспомнили и говорят: ну что ж вы так резко? Вот. И, знаете, в тот момент я понял, что реально построить систему, даже если в это верит всего один человек, а остальные они потом почувствуют, они в это поверят, они увидят результаты труда и будут проповедовать и верить в то, что происходит. И это реально так и есть, потому что вот в современном мире клиенты — это очень важно, это критически важно. Если говорить еще про ценности, для меня критически важная ценность, конечно, это тоже атмосфера внутри коллектива. Вы знаете, корпоративная культура, написано много книг, но придешь в любую компанию, я думаю, все понимают, как там, хорошо или плохо, как люди друг другу, они волки друг другу или друзья. Вот это, мне кажется, то, для чего нужна огромная энергия, знаете. И вот уметь готовить, уметь пресекать любые процессы, надо быть смелым. Да, потому что я не то что сторонник абсолютизма, да, то есть я вот слайды маленькие, когда я делал, я на самом деле ни раз в жизни даже алкоголь не пробовал. И ни пива не пробовал, да, потому что я решил, что, ну, в принципе, зачем мне это надо, и реально вот прошел через всю жизнь, и этому правилу следую. И потому что я вот, я считаю, что вот эта ценность, которую, в то, что ты веришь, ты должен это соблюдать. Иначе все будут верить, что это все искусственно, видеть, что это все искусственно. Это неправильно. Поэтому, просто время уже истекло, да, 30 минут быстро прошло. Я всем хотел сказать большое спасибо, что послушали внимательно, да, я смотрел на ваши лица. Вот, пожелать всем вам удачи, чтобы у вас все было хорошо. А это моя высшая ценность, моя семья. Все, спасибо.